Фига себе. Кошка, быстрее! Кошка, быстрее! Иду, тут иду, такой... Иду. Иду, ого! Нифига себе! Я тут такое вообще видел, слышь, захожу, короче говоря, он грызет кого-то. Вот это вот вышел на секундочку, а тут началось. Взял и загрыз его. Ты шо, безумный? Нифига. Ну что, он хочет нашей смерти. Он почувствовал вкус крови. Ёженьки. Так, слышь, пособирай весь этот хлам, сложи его куда-нибудь, я даже не знаю куда. У себя в сундуки куда-нибудь сложи это все. Кстати, да, приветствую, дорогие зрители, с вами Делирон и Мини-Кошка. Продолжаем наши страшные приключения в Майнкрафте. Я тут пока бегал, думал, оказывается, железа-то нам хватает на наковальню. Вот прям вот так вот берется и хватается. Я сейчас возьму все это дело, сделаю. Вот таконьки, отлично. А теперь оп. Оп-оп, еще кошачьи ученые, знаете, что сделали? Так, кошачьи ученые, ты где? А ну-ка давай, запрыгивай. Запрыгивай вот на вот этот вот чудо-механизм и покажи, что произойдет. Давай, 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 аккуратненько. Оп, так, слезай с него. И что тебе дали? Так, тихо, без паники, без паники. А ну-ка показывай. На. Где? Так, а ну-ка смотрим, отлично. Я животное, просто шикарно. Короче, этот чудо-механизм сотворяет волшебные такие вот офигенные вещи, которые позволят нам переименовать животных. А, слушай, знаешь что? При помощи наковальни мы можем дать каждому правильное имя, но вот эти вот сами бирки — это просто магия, волшебство, колдунство и ни разу не читерство. Это главное, да, это важно. Так, я, наверное, поставлю где-то вот здесь. Этот блок прямо был псевдозаменитель наковальни, а теперь здесь есть наковальня. А вот сюда вот я возьму и поставлю блок земли, который я только что добыл. У меня даже 4, отлично. Так, да. О. Ни в чем себе не отказывай. На, держи. Приятного аппетита, кушай землю. Да забирай, что ж ты такая? Прям щедрая кошка у меня. Так, я вот эти вот назову, наверное, крабик. Попробую я. Сколько уровней? Так, а ну-ка, тихонечко, по одному. У меня есть 7 уровней, надеюсь, что мне этого хватит. Давай попробуем. 5 уровней должно хватить. А ну-ка, вот так вот, крабик. Называем его, отлично. Крабичек. И на этом, наверное, пока все. То, блин, уровней вообще капец. Придется в любом случае идти в шахту. И в шахте хотя бы уровня добывать. Потому что это сильно жестко. Ты, кстати, собрала не весь мусор. Ты плохой пылесос! Видишь, ты плохой пылесос! Ты плохой пылесос, видишь, ты плохо мусор собрала. Все, там одна была. Так, дядя. Дядя, подожди! Дядя, я хочу дать тебе имя, тебя будут звать Крабик. Дядя, подожди, ну что с тобой не так? Мужчина! Мужчина Крабик, как вас называть? Блин. Ну давай. О, пока он задом стал. Отлично. Подожди, Крабик! Крабик, отлично, я переименовала его, теперь он Крабик. Боже, у меня сердечко осталось. Почему ты такой злой? Первый житель нашего зоопарка, он такой псих. Я как бы не очень голоден. Ладно, я послаживаю пока бирки сюда. Ёжики. Он просто безумец. Мы с тобой, кстати, хотели отправиться вон на ту планету и проверить, исчезли монстрики, либо не исчезли. У нас там какие-то мини-динозавры жили, насколько я помню. Так, оп. Ну давай. И чё? Они же в ад, что ли? Ой. Уже, кажется, они в ад ушли. Ой, я тоже. Блин, их не вижу. Я в ад не хочу идти. Мне что-то как-то в ад стрёмно идти. Или сходить. Блин, ну прогружаться. Так, короче говоря, либо они не хотят жить на этой планете, либо они все выдохлись, либо они ушли жить в ад. Но наша теория по заселению планет животными, думаю, нормальная такая теория. Нужно будет тестировать. Я думаю, что я сейчас возьму воды, начерпаю. И попытаемся призвать каких-то животных. Потом пойдем в шахту, подобываем себе еще кого-то. У меня есть, короче говоря, такая еще маленькая теория, что есть животные, которые опять будут не очень добрыми к нам и будут нас пытаться зафигарить. Ты знаешь, что круто? Крабик-то не исчез. Можно попытаться сходить еще в пещеру, посмотреть, исчезнет он или нет. Но пока он здесь, это хорошо. Я тогда, знаешь, что сейчас попытаюсь сделать? Я посмешиваю руды. Так, у нас, к примеру, есть руды... А, пантеролозавр. Короче, пантелозаурус. Я не знаю, что это. Пантелозаурус. У меня тоже какая-то руда есть. У тебя есть какая-то руда? Да. Как она у тебя называется? Может быть, я тебе вот, ее давал? Смотри. Так, подожди. Слушай, ну кошка, ну ты меня обманываешь. Это соль. Смотри, соль написано. И антиорстоун. Ты, конечно же, ученый, я понимаю, ты разрабатываешь нанотехнологические технологии. Но нет, это не то. Так, у нас есть маленькая проблема. Тут живет крабик.
Мы это выяснили. Надо дверку закрыть. Где мы? Он не вылез. Не подходи его! Да я дверь хотел закрыть. Теперь это царство нашего крабика. Он будет здесь жить. Так, короче, знаешь что? Давай тогда пошли еще раз на ту планету. И на той планете мы призовем палеонтилозавров. Не знаю, кто они такие, но темнеет. Надо спешить. Так, я вот здесь. Это либо что-то огромное, либо что-то маленькое, либо что-то злое. Ну, в общем... Огромно, думаю. Боже. Воу! Рагулька! Это Рагулька! Его не убивать, Дилерон? Да, я думаю, нужно бы ему лицо сломать, а то поломать он какой-то, какой-то дерзкий. Так, мужчина, а ну-ка, тихо. Тихо. Только не скидывай его вниз, а то он колбасится там. А, хорошо, я вообще его нужно не аккуратненько. Блин, что меня аж боком колбасит. Мужчина, вы где? Боже мой. Мужчина, он иди ко мне. Он упал, Дилерон. Не-не-не, вот он здесь тусит. Так, тише. Рагулина! Ой-ой-ой, поплющило, Дилерона. Так, отходим. Не, пытайся его жахнуть тоже. А ну подойди, в лицо ему дай, я пока морковку съем. Ага, он не отошел. Тихо-тихо, ой-ой-ой. Так, 16, 10, кошка, вернусь, подожди все, меня. Вот, смотри, уже где, что выпало? Блин, там всякая фигня какая-то, кожа, мясо. Кожа, гнилая плоть, ага. Нитки. И откуда у него столько ниток вообще? Нифига себе. Целая куча ниток. Какой-то мусорный человек, прям целая куча всякого непонятного. Так, а если я вот возьму и двоих призову? О, нет, Дилерон, это плохая идея была, зачем? Да, отличная идея, просто сваливаем отсюда. Это новые подопытные монстры, которые будут жить у нас на этой планете. Мой. Кошка, беги! Блин. Я могу сейчас умереть, Дилерон. Так, один из них отправился в ад. Вот, заманивай его. Вот. Они в аду не должны исчезать. Так, а ну-ка. Давай, в ад. Так, иди сюда. Нет! Блин, кошку не скидывай мне. Рогатый монстр! А он сюда иди. Так, кошка, иди, короче, остановись так, чтобы он захотел в ад пробежать. Во-во-во, заманивай. Давай. Где он делся? Он сзади меня. Какой умный! Какой умный рогатый зверь, черт побери! Нет! Блин, сейчас зафига! Кошка, спасай! Так, все, я ушел в другую сторону. Все, я оббегаю планету вокруг. Сейчас, короче, мы его обдурим. Он за мной идет, нет? Нет, он стоит на месте. Так, хорошо, сейчас, подожди. Сейчас я покушаю морковки на другой стороне планеты. Какая умная рогатая скотина. Вообще жесть. Я почти пришёл. Бегу. Может, так, пока отрегинись. Да, ага. Давай, кушай. Блин. Он стоит на месте. Так, надеюсь, он не подозревает, что я пришел с другой стороны к нему. Ой. Тихо. Я здесь. Я пришел. Так, отходи. Блин. Да что ты такое злое? Блин, это морковка и тебе по лицу. Блин. Он сквозь портал пробегу. Он, наверное, за мной побежит. Пробежит. Давай. Ага. Так, жру, отходи. Слушай, он умный животный. Так, а ну сейчас мы... Я хитрее. Сюда. Морковку дам. Так, пробегаем. Давай, пробегаем. Да давай в портал заходи. Во-во-во-во-во-во-во. Пытается. Во, он ушел в ад. Зашел, Дилерон, да. Ничего себе. Слушай, а идем в ад, сходим, глянем, что там получилось. Ну давай. Всего. Давай. Да, так, либо ты можешь здесь пошли, либо со мной пошли даже. Ну, как хочешь, скажешь. Короче. Вот, они здесь, да, они здесь, Я сдох. Я иду к тебе. Если хочешь, можешь зайти туда. Я думаю, они тебе помогут умереть. Крабик не исчез. Да. Это очень круто. Короче, мы выяснили. Нужно их либо в ад отсылать, либо переименовывать. Потому что крабик реально остался. Тихо, мужчина. А я еще живая, Дилерон. Ты еще живая? Но ты можешь зайти в ад на пару секунд. Я тебе там ребята расскажут, как дела. Там в аду тебя не кусает никто за жопку, нет? Уже кусают. Тогда я тебя могу пойти встретить. Так, ты уже сдохла, да? Да, я здравствуйте, дома. Кошка, здравствуйте. Смотри. Так, все, мы выяснили. Это вот для тебя еще. Возьмите, мисс Кошка. Я пойду начерпаю еще немножко воды и призову кого-нибудь еще. Можно было, конечно, одного из них оставить, но, знаешь, я предпочитаю хранить себе каких-то ребят, которые не такие убиватели, как он. Так, подожди, Джампи Джук, это вообще дикая жесть. Водяной дракон. Так, Барёникс. Что такое Барёникс, я не помню. Так, ну-ка посмотрим. Кажется, я этого зверя уже призывал, но это не точно. Барёникс. Ты не помнишь Барёникса? Не помню. По-моему, не было такого. Это, кажется, маленькие какие-то зверуны, которых мы видели. Слушай, а если я к тебе подселю одного, ты же не против? Сожрет он его. Блин, братишка, давай я тебе подселю одного. Ну, блин, меня кровки закинул. Что творит этот наркоман? Так, я, наверное, стану летучей мышей. Так, все, я мыша летучая. Сейчас мы вот так вот залетаем. Так, не, я лечу, нормально. Тихо.
Не будет он тебя трогать, интересно? По-моему, не трогает. Барёня. Барёня. Сейчас мы, короче, Барёню переименуем. Я что, сложился? Так, тихо, чтобы только жопку не покусали. Фигарит меня тут. Надо бы поспать вообще лечь. Так, I am animal, отлично. Вот это хорошая идея, спать. Тебя будут звать пока стандартненько. Тихо, ты чё? Тихо, да подожди, крабик, ну чё ты? Ну нормально же общались, крабик. Блин. Да я Барёника переименую. Крабик, ну чё ты злой такой? Блин, переименовал? Нет, не переименовал. Блин, еще один укус у меня зафигарит. Сейчас я его, кстати, на себя так, отлично. Все, я его переименовал. Я две бирки потратил. Я надеюсь, в твоем механизме бирки бесконечные. Иначе у меня очень плохие новости для наших животных. Могу еще раз попробовать использовать бирки. Идем-ка мы лучше попытаемся с тобой лечь спать. Я смогу вообще? Открой, пожалуйста, дверь, а то я летучая мышь, я не умею открывать двери. Кнопочку да, нажми. Давай. Ага. Так, залетаю. Пусти мышку! Мышку пусти! Залетаю. Так, все, я залетель. Так, вот, смотрим. Так, отлично. Запарковаться, давай, запарковаться. Я сейчас тоже ложусь. Оп. А ты умеешь спать? Я не могу спать, когда я животный. Ладно, хорошо. Давай быстренько я тогда превращаюсь обратно в Делерона. Боже мой, какая жуть. Что вообще творится в этом мире? Просто какой-то жвездец. Бегаем себе, вроде бы никого не трогаем. Вроде бы нормально с животными общаемся. Они какие-то злющие. Спасибо. Так, а ну-ка смотрим. Да, я есть животный, никуда не делся. Это хорошие новости, между прочим, рили очень хорошие. Нам, короче, с тобой нужно будет кучу уравнений драндыбать. И мы с помощью этих уравнений сможем полноценно использовать бирки. Так, я не знаю, как работает... Но они хотят отжать нашу технологию создания бирочек. Офигеть, с бластерами. Ты же сдохни вообще, отлично, я ему лицо сломал. У меня есть ломатель лиц под названием Убер Красный Меч. Блин, кошка, он отвлечен. Фигарь его, кошка, фигарь его. Он фигарь, пытается завладеть фигарь, нашей технологией. Офигевший крипер. Все, уходи, я его зафигарил. Все. Морда проклятая, жопка горит. Так, оп. Так, воду, все. Что ты сделал? Кто-то крякает. Это гуси. Что это еще происходит? Это эндермен где-то был, я слышал. Эндермен крякает? Ну, я не специалист, конечно, но ладно, допустим. Так, кошка, мне нужно еще несколько бирочек. Давай, генерируй пока. Сейчас займусь, например, чем-нибудь... Джампи Бах, Ватер Драгон. Хорошо, давайте-ка Ватер Драгон. Мне, ну не знаю. Я пока сделаю себе пару яиц. Ладно, мне еще остается вот эта одна фигня. Так, ага, три, отлично. Так, как-то оно работает странненько. Так, все. Есть. Четыре штуки есть. Четыре штуки? Ого, слушай, знаешь. Бирки. А говорят, что кошка не супер-мега-инженер. Кошка еще тот инженер. Наинженерила там каких-то технологий своих нано-варварских. Круто! В нашем зоопарке перестали пропадать звери. Слушай, реально, отлично. Можно будет либо расширяться, либо заселять их реально на планетах, но переименовывать. Надо будет насчет этого еще задуматься. Так, что у нас тут есть? Это ВТФ и крабик. Крабик у нас никуда не исчез. Так, это мы тоже положим вот сюда. Так, и водяных драконов. Спавнить там одного, не заспавнить. Ладно, возьму с собой одну вот эту бирку. Я попытаюсь. Мне нужно дерево. Ничего не обещаю. Фух, блин, может быть стать снова летучей мышью? Я, наверное, мышью стану летучей. Так, кошка, отвлекай крабика. Подойди к нему, дай ему, короче говоря, в хобот. Пока он будет на тебя отвлечен, рукой, я постараюсь. Ну да, рукой ему в щит, дай просто. А я ему нового жильца подселю. У нас мега нанотехнологический зоопарк. Нифига себе, какой мужчина! Иди сюда. Вот это было жестоко. Кусь, это было жестоко. Так, слышь, он давай мне ты не будешь меня кусать. Фигарить. Блин, крабик, отстань. Блин, они поссорились. Так, я его переименовал. Что-то случилось. Так, он немножко вышел. Ого, все, он на меня уже агрится. Блин. Сейчас я По-моему, его это животное не исчезнет. И оно не очень хочет жить с нами. Ладно, оно будет жить в этом озере. Окей. Ладно, разобрались. Мне что-то еще осталось, интересно, или нет? Два сердца, Зелерон. У тебя два сердца? От этого краба. Фигасе, ты волшебная кошка. Так, воду. Оп, отлично, приземлился. Сейчас еще начерпаю. Так, водичка. Слушай, всю жизнь мечтал себе такой зоопарк завести. Нам еще, наверное, нужно будет либо целая куча дерева. Но водного вот этого краба я спавнить не хочу. Я себе яйцо его оставлю, чтобы помнить, что я его призывал. Но я думаю, что в зоопарке мне такой зверь не нужен, он какой-то слишком агрессивный. Я его поставлю куда-нибудь вот к этим вот ребятам, типа они супер агрессивные. Ага, эти криминалы, да, я помню, мы с ними связываться не хотим. Вот этого братишку, наверное, тоже вот сюда. У меня еще
наверное, вот эту штуку вообще выкину. Слышь, коржик, ты где? Коржик? Я тут сзади. Коржик? Ты корова? Нет, ты коржик, отлично. Я кор. Вот это утилизировать, просто, не знаю, вот закопаем я где-нибудь. Я создал один сундук, в который я могу мусор, в принципе, складывать. Отлично, люблю мусорные сундуки от мини-кошки. Это, короче говоря, мега жесткий жук, которого мы с тобой, я вообще не знаю, как мы его заборим. Я предлагаю его заспаунить на какой-нибудь планете, и чтобы он там жил, и мы его не видели. Потому что он капец какой злой. Он просто дико адски злой. Так, это помойка, помойка, помойка. Можем это может быть кому-то скормим. Вот это помойка. Давай я помойку заберу. Это красивенькая. Я уже забрал. Так, взялся вот эту штуку. Пойдем на ту планету, что ли? Слушай, или может быть... Давай я, наверное, заспавню у себя на планете с вертолетом вот этого вот чудовища. Это огромный жук, который агрессивный. Ого. Нет, я потом офигею, если честно, от этого. Ты потом спать там не сможешь. Да, я там вообще спать не смогу. И жить тоже. Где же мне его заспавнить, как ты думаешь? В зоопарк его закинуть? И типа, кто давай победит, тот и царь? Закинем. Типа, кто победит из них, тот типа будет царем. Ну окей, хорошо, давай посмотрим, что за получится. Блин. Но нам нужно было почти весь лес вырубить. Он уже меня встречает, ты посмотри. Тебе дерево посмотри надо? На этого монстра. Мне, наверное, в следующей серии отправимся мы с тобой за деревом. За целую кучу дерева. Ну, дядя Крабик, ну отстаньте, слышь? Блин, почему именно я? Кошка, ну это зайди к нему. Подзывает. Кошка, зайди к нему. Пройди к нему ближе, он хотел твоей смерти, а не моей. Так, иди сюда. Кошку грызи, я летучая мышка, ни в чем не виновен. Я захожу, иди маленький сюда. Летучий мышка, не обижайте меня. Вот-вот-вот-вот, поналазили тут. Так, я иду. Быстрее уже, а то он на так, меня. Так, не отходи меня от него. Ох ты ж, боженьки. Так, я его переименовал. Он еще спавнит кого-то. Кажется, я пожалею о том, что я его призвал. Вот серьезно. Знаешь, вот кажется, Рили пожалею. Но они, кажется, затимились. Нет! Блин, они не друзья. Он на меня вообще не реагирует. Офигеть. Слушай, он нашего крабика пытается зафигарить. Блин. Это прям какая-то планета чужих. Глянь-ка, он вообще дурной. Что он творит? Наш крабик не выживет, реально. Печально. Из нас очень плохие... очень плохие владельцы зоопарка. Ой, вылетел. Он вылез. Кошка, слушай, он нас зафигарит. Он спавнит еще смотри, кого-то. Что-то... Он спавнит разных животных. Офигеть, блин, еще этот очнулся. Обалдеть. Ай-яй-яй. Ой, хватит меня фигарить. Давай попытаемся ему лицо сломать. Давай, так, мужчина, давай, ну пошел вон. С удовольствием. Сюда иди. Сюда. Ох ты ж, ё-моё, как а жестко. А сколько у него хп-улечки. Да фигулечки у него хп-улечки. Говно. Так, я понял, для вот этого зверя отдельный нужен зоопарк, полностью отдельный. Надо будет строить, ага. Отдельный. Блин, и он еще прыгать умеет хорошенько. И в 10 может быть, ну его все. Нафиг такого вообще питомца заводить себе? Ну, как ты думаешь? Блин. По-моему, ну его нафиг, он когда слишком да, жесткий. Да, идея плохая будет. Он не самый хороший питомец, блин, и он не любит, когда его любят. Крабик вам покусал еще, крабик какой сидит, да, типа, какого фига вы ко мне подсадили этого монстра? Смотри, наркоманы, что ли? Дракончики маленькие, что, типа, тоже кусают их? Смотри, чтобы они их не пожрали. Ну, было бы грустненько, на самом деле. Такие звуки надеюсь, приятные издает. Приятные звуки? Да, такие, как колокольчики, динь-динь. Ну, очень приятные звуки. Ты ж, дядя, иди сюда, я тебе лицо буду ломать. Он вообще против этого. Там какой-то топор еще валяется. Ну, маленьких он спавнит постоянно. Это как-то вот не очень наша. Круто. Ага. Так, боже. А ну отошли все от меня. Так, врываемся, врываемся. Что? Блин, прыгучий жук. Прыгучий жук. Броня на исходе. Так, кошка, у него хп очень уже мало осталось. У тебя броня кончается? Ну, у меня шляпы уже нету как. Так у нас вроде бы шляп с тобой не было. А. Нифига себе, ты впитала его в себя. О, ты что с него попадала, Дилерон? Что? Разные примочки. Какие-то фиолетовые штуковины. Какие-то два яйца выпало. Так, мистер Крабик, фигарих. Топор. Крабик, фигарих. Братишка Краб. Братишка Краб. Блин, браво! Он вообще не я на нашей стороне. Помогу. Блин, вот это жесть. И дракончик стоит, типа, а, дядя, а что происходит? Зачем пришли ой. Эти монстры сюда? Я отойду. Он какая плюется какой-то жуть. Фигнёй. Ну да, они вообще какие-то поехавшие. Ого, так. У меня сиреневые штаны аметисты. Крабу близко не подходи, краб тоже не сильно рад происходящему. Кажется, меня краб убил. Ага. Да? Вообще, серьезно говорю, краб поехавший. Надо идти в пещеру и искать себе нормальных друзей. Потому что да, вот эти вот друзья. Все ребята, это просто какие-то поехавшие пацанчики, которые вот. Чисто хотят наших смертей. Вот этих вот двое тут осталось, добивать их, даже трое. Ты ж сдохни. А это их сдохни, яйца, саранча. Дилерон? Яйца Дилерон, я не в курсе. Какие сиреневые. Там такие яйца? Фиг его знает. Ого, фу. Нереально срут чем-то. Какой-то фигней. Иди сюда.
Коржик, меня сейчас зафигает. Коржик, он кинулся на меня. Ты видел вообще, что они творят? Соплями какими-то. Просто кидаются прямо так вот сверху вниз. Я тоже умерла, поздравь меня. Я тебя поздравляю с этим. Вообще какая-то жестятина. Просто сумасшедшие монстры. Ну давай зафигарим их. Так, добивай того, я постараюсь с этим разобраться. Давай, иди сюда. Давай, как давай, мужик. Иди сюда. Блин, он слишком сильный в дальнем бою. Офигеть. Я бы с ними хотел дружить. Они бы уфигаривали всех, кто вокруг нашего дома бегает. Еще один остался. Самое офигенное, то, что крабик не исчезает. Вот все остальные, как бы, плевать на них. А вот крабик, он самый красивый. Плюется семенами. Яркий. Чем-то подлечить бы его еще не помешало. Ты знаешь, он умеет летать, и он плюется семенами. Он подпрыгивает очень хорошо. Все, ты его вырубила. Всех перебили. Да. Блин, ну жестятина. У меня еще есть два яйца этих прыгающих жуков. Я их где-нибудь отложу подальше, 9. Чтобы их не трогать. Но у меня именно яйца прыгающих жуков. А у тебя аметисты, по-моему, фиолетовые. Да, это не да, яйца. Да, да. Ничего себе, меня кузнечик маленький напугал. Я уже думал, что это какие-то разновидности этих чудовищ. Так, Раби, как тебе не подхожу? Это чисто твой, скорее всего, вольер. Дальше будем уже что-то строить вне этого безумцева. А, так, шо, это, короче, я все потом разгребу. В общем, вам всем большое спасибо, что вы смотрели. Для вас играли, комментировали Делирон Мини-кошка. Если вы на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Это были страшные приключения, которые на самом деле становятся страшными, когда вот такие монстры на нас нападают. Ну их баню. Я даже не знаю, где их поселять, либо на планетах, либо строить для них какие-то огромные вольеры, потому что они и прыгать умеют очень сильно, и очень опасно, еще и спамнят, блин, целую кучу каких-то воинственных жуков. В общем, сложно. Всем до скорых встреч, в следующей серии отправимся в пещеру, будем искать себе нормальных друзей. Пока-пока.